говорить на эту тему, наверное, вы все понимаете, несколько дерзновенно. Эта тема настолько и широка, и глубока, не говорю, что она длинная, что охватить ее, конечно же, невозможно в каких-то кратких и простых словах. И я прекрасно понимаю, что если бы где-то я увидел такую тему, тоже бы, наверное, пошел туда, чтобы послушать. Особенно эта тема приобретает значимость и смысл в настоящий момент, когда мы не только окружены, но и, кажется, пронизаны массой различных новых и старых мировоззрений, религий, сект, оккультных систем и так далее. Что такое православие? Это действительно вопрос очень важен, как для человека православного, потому что все-таки иногда и православному приходится задуматься над тем, что же это такое, так и для человека, еще не знающего православия, человека, особенно ищущего смысла жизни и пути своей жизни. И вот здесь для освещения этой темы имеется много способов и много подходов. Я лично думаю вот сегодня пойти по такому пути. Мне кажется, что для того, чтобы более точно обозначить и показать наиболее важные моменты того, что мы называем православием, лучше всего сопоставить его, или, по крайней мере, сопоставлять его с тем, что не является таковым. Ведь, в конце концов, православие – это христианство. Но если в первом столетии нашей эры, когда только что христианство возникло, было все ясно – есть христианство и есть нехристианство, или язычество, или иудейство. Сейчас ситуация неизмеримо сложнее. Сейчас уже сказать, что православие – это христианство – это очень мало, что даст человеку. Перед лицом стольких конфессий, которые возникли как в прошлые времена, тысячу лет тому назад, так в последующие времена, начиная от эпохи протестантизма, а особенно включая последний наш век, сейчас слово христианство даже мало что говорит. Говорят, что в Соединенных Штатах сейчас каждую неделю возникает новое религиозное движение. И наибольший процент из всех этих новых движений носит наименование христианские. Так вот, в связи с этим уже приходится говорить о православии иным образом. Конечно, можно сказать такую фразу. Православие – это истинное христианство. Но я думаю, что представители других конфессий наверняка скептически улыбнуться. Именно это утверждает каждый человек, который искренне исповедует свою веру или воспитан в ней. Поэтому мне думается, сейчас лучше всего было бы пройтись по пути такому, обозначив какие-то наиболее существенные стороны, сравнить, как они понимаются в других, наиболее важных исповеданиях также христианского порядка. Что можно было бы обозначить в связи с этим? Вот под темой я поставил вера, познание, жизнь. Можно иначе. Можно много вариантов предложить. Но давайте попробуем пойти по этому. Если мы коснемся веры, что особенно в православии? Я совсем не буду перечислять и не собираюсь догматических истин православия, иначе это будет не только утомительно, это будет просто невозможно нам закончить это утра. Мне хочется обратить внимание на самое существенное, на чем зиждется православная вера. Вера, в данном случае под верой я разумею вероучение. Вера не как психологическое состояние человека, а именно вероучение. На чем строится в православии, на чем оно стоит, в отличие от других главнейших направлений. Что же наиболее фундаментальное представляет православие? Я бы сказал так, что, может быть, самым таким существенным моментом, который выделяет православие из всех других конфессий, это является
Я назову термин вам, думаю, что в большинстве случаев знакомый, но все-таки который, наверное, потребует некой расшифровки. Он очень простой. Священное предание. Вся суть, что подразумевается под ним. Поскольку если мы скажем, что православие зиждется на священном предании, я думаю, что любой католик скажет то же самое. Более того, вот сейчас, в связи с тем диалогом, или лучше сказать, даже диалогами, многочисленными диалогами, которые ведет православие с различными исповеданиями, даже и протестанты многие тоже скажут, да, предание, конечно, мы не возражаем. Вся суть, значит, в понимании, в содержании этого термина, этого понятия. Что же подразумевает православие под священным преданием, когда говорит, что из него исходит, на нем покоится, и в нем, если хотите, содержится все вероучение православной церкви. По священным преданиям в православии, разумеется, то, с помощью чего может человек достичь единственной и одной цели, ради которой существует церковь, ради которой пришел Христос, ради которой человек верит во Христа и Бога. Спасение. Что же это такое? Можно дать различные определения священному преданию, имеющиеся в православии, но я бы выделил вот следующее. Священное предание – это соборный или всецерковный опыт Богопознание, которое начинается или исходит из того откровения, которое дано нам в Священном Писании, и затем осуществляется в практической жизни каждого человека, то есть в его опыте, на определенном пути. На определенном пути. Я делаю акцент на слове «определенный». Говоря о том, что духовная жизнь – это совсем не какой-то настрой чувств или хаос переживаний, а духовная жизнь имеет конкретные законы, конкретные, я бы сказал, положения, на которых только возможно достижение этого богопознания. Итак, священное предание в понимании православия является опыт богопознания, осуществляемый вот в этой канве исторического существования церкви. Может быть, сразу стоит сказать, что такое церковь? Наверное, стоит сказать. Иначе будет не совсем понятно все прочее. Что такое церковь? Обычно под церковью, если вы возьмете наши учебники духовных школ, семинарии, академии, да и большинство, я думаю, богословских сочинений, то под церковью там подразумевается не больше и не меньше, как некое общество людей, объединенных единством веры, дисциплины, церковной иерархии, определенной практики. На самом деле, эти определения все взяты нами, прямо списаны, если хотите, с протестантских и католических учебников. Церковь совсем иное. Церковь – это не общество людей, объединенных общими идеями и общим начальством, единым начальством. И тогда она походила на все другие какие-нибудь политические там партии или общественные организации. Совсем нет. И отличалась бы только своими идеями. Совсем нет. Совсем нет. Церковь – это есть единство Бога, пребывающего в тех людях, которые осуществляют свою жизнь на началах Евангелия. Мы сталкиваемся здесь с одним важным пунктом. Есть ли это реальность пребывания человека в Боге? Если она есть, тогда вопрос ясен. Да,
Церковь – это есть единство от всех людей, которые действительно пребывают в Боге. Он один Бог, и подсюда одна церковь. И вот это единство пребывающих в Боге и создает тот богочеловеческий организм. Это все, всюду мы прочтем богочеловеческий организм. На первом месте Бог, на втором месте человек. Вы обратите внимание, в первом определении церкви общество людей на первом месте что стоит? Человек. Так разве церковь это человеко-божеское объединение? Богочеловеческое. У Серафима Саровского, все это помнят, все помнят прекрасно, есть такое высказывание, что цель христианской жизни заключается в стяжании, то есть в приобретении Духа Святого, то есть Бога. Так вот, оказывается, церковь – это не есть просто общество людей, объединенных единством там веры и прочих вещей. Нет, нет. А это единство Бога, живущего в людях. Кто не эти люди? Не знаю. Только некоторых знаем. Некоторых мы узнаем. И то, когда сама церковь о них скажет. Обычно мы почти не знаем. И трудно нам сказать, кто это тот, кто пребывает в Боге. Когда мы говорим о конкретных личностях, нам трудно это сказать. Но зато есть объективные признаки, по которым можем сказать, что каждый человек, осуществляющий это, пребывает в церкви. Так вот, если говорить о церкви, значит, это есть общество, но какое? Лучше сказать, это есть единство Бога, пребывающее в тех людях, которые осуществляют Евангелие в своей жизни. Но это люди пребывают в видимой церкви. Вот видимая церковь – это и есть организация. Это уже организация, в которой некоторые действительно являются членами церкви, другие совсем не являются. Интересная вещь. Организация очень широка. Это очень широкое понятие. Кто является членом церкви организации, видимой церкви? У каждой крещенной. Умер человек, спрашивает, крещен он или нет? Крещен, значит, можно отпевать. Крещен, член церкви. То есть мы не видим состояние души человеческой, и поэтому ориентируемся по чисто формальным признакам. На самом же деле, это видимая церковь или организация церковь. Это есть только, если хотите, та область, в которой существует реальная церковь. Церковь как богочеловеческий организм. Так вот, если исходить из такого понимания церкви, что это есть единство Божие, пребывающее во множестве людей, осуществляющих Евангелие в своей жизни, тогда нам лучше можно будет это понять, в чем же специфика православия, веры или вероучения православного. Оказывается, вера, которая именуется православной, она вся покоится, исходит из церкви. Назовем церковь с большой буквы, в отличие от церкви организации. Эта вера, лучше сказать, истинность этой веры, чем подтверждается, чем удостоверяется? По какому признаку можем говорить, что это истинная вера или ложная? Она удостоверяется так называемым соборным разумом, который мы можем наблюдать, объективно усматривать в священном предании, то есть в истории церкви. Есть очень интересный и хороший признак, который дает возможность нам понять, что есть вера православная. Викентий Леринский, один из святых, дал такое прекрасное определение. Мы верим в то, что было всегда, везде и у всех. Во что верили, говорит он, все всегда и повсюду. Все всегда и повсюду. То есть, когда перекрещиваются эти три линии, тогда можем сказать, да, это истина, идущая из начала. Это истина, идущая, видимо, из-за само откровения Бога. Это не есть случайность.
Это не есть какая-то фантазия. Это не есть предположение. То, во что верили всегда, все и повсюду, свидетельствует об изначальности этой истины, об изначальности, ибо всегда. А не вдруг она появилась когда-то. Об изначальности этой истины и о том, что ее источником является уже не человеческая мысль, а откровение Божие. Вот если мы посмотрим на эту сторону православного вероучения и попытаемся сравнить с тем, что имеет место в других конфессиях, то заметим здесь интересные отличия. Если мы возьмем римокатолицизм, который также признает священное предание, также признает соборность и также признает ту формулу, о которой я только что сказал. В чем различие? Различие тут существенное заключается вот в чем. Во-первых, само понимание соборности там другое. Понимание церкви иное. И священного предания тоже. В чем же? В римокатолицизме, в конечном счете, именно в католицизме, не в римской церкви, которая изначально была православной церковью, которая была самой авторитетной церковью, первой, если будем говорить по своей авторитетности, а я говорю уже о католицизме, то есть о той церкви, которая возникла вследствие раскола и которая существует до сих пор, то в этой церкви сместились очень сильно многие акценты, а многие положения появились такие, которых церковь просто не знала. Что же произошло? Произошло нечто весьма драматическое и приведшее к катастрофическим последствиям. Если церковь изначала утверждала, что истина является только то, во что верили все, всегда и повсюду, если церковь утверждала, что даже вселенские соборы и их решения действительно только тогда, когда они отвечают этой изначально существующей вере. Если даже Вселенский собор принимал решения, не отвечающие этой изначальной вере, рассматривался как лжесобор, а такие случаи в истории церкви были. Особенно впечатляющий пример имел место в 754 году, когда огромнейший Вселенский собор, 600 с лишним человек, по-моему, 630 епископов, приняли решение об отвержении иконопочитания. Так вот, если даже таковой собор не принимал решения, не соответствующие изначальной вере, они не принимались эти решения. Рассматривались как лжерешения. Они в конце концов выбрасывались эти решения. То есть в христианской церкви, в церкви всегда вот это единство веры осуществляемое на протяжении истории, передаваемая из поколения в поколение, от чего мы имеем термин священного предания. Вот это передаваемая вера. Если в православии это являлось критерием истинности, то в римокатолицизме произошло нечто совсем другое. Вы знаете, кажется, на первый взгляд, хотя и броское отличие, но в то же время для неопытного взгляда не производящее особого впечатления. В римокатолицизме все свелось как к единому центру, к одному лицу. Все права, обязанности, власть, все. Критерии истины к одному лицу, к римскому первосвященнику. Ватиканский собор 1870 года только подвел итоги того, что уже имело место на протяжении многих-многих столетий. Формула была очень жесткой, сильной и бескомпромиссной. Определения римского первосвященника сами по себе, а не согласие церкви, суть неизменны. С одной стороны, христианская церковь говорила, даже и святой человек может ошибаться. Даже великие святые ошибались. Варсонуфе Великому был задан вопрос,
как понять, что святые ошибались? И он вместо того, чтобы сказать этому задававшему вопросу, ты что, за глупости у меня спрашиваешь, отвечает и объясняет, по какой причине ошибались святые. Эти целые вселенские соборы, оказывается, принимали решения подчас, совершенно не соответствующие христианской вере, и перечеркивались ими, как лжесоборы, как разбойничьи соборы. То есть, оказывается, носителем истины было все церковное сознание. Здесь, в римо-католицизме, мы видим потрясающую, страшную вещь. Все сводится к одному человеку, к авторитету одного лица, который, наверное же, может так же ошибаться, как и все прочие. Или не может. Догмат гласит, догмат католический не может. Почему? Мы спрашиваем, почему? Вот в диалогах мы спрашиваем. Особенно я такой наивный человек, я спрашиваю, а почему? Знаете, как я, а почему, скажите? Мне отвечают, а потому что он папа. Так я об этом и спрашиваю, почему папа не может ошибиться? Идем пер идем. Не может, потому что не может. Это что такое? Что всех пап ставит величайшими святыми, которые выше всех святых? Нет. Сплошь и рядом, если взять историю, история великолепная, свидетель, сколько ошибок, грубейших, сколько ужасов часто творили римские первосвященники. Что же такое тогда? Хорошо, говорят, он принимает решения не один. У него есть консультаты, консультанты, советники, курия. Простите, верно, ну что же, курия. Мы знаем, что такое курия. Это аппарат управления, там сидят специалисты, сидят доктора богословия, о которых с таким сарказмом писал епископ Игнатий Брянчанинов. Он писал, правда, не о католических, а о православных богословах. Доктор богословия в Христа не верит. Ну, я не знаю, верит или не верит, это оставим дело их совести. Ну, что это за собор? Кого это? Это же люди обычные. Что они могут предложить? И что, наконец, изречет этот величайший оракул, римский папа? Одним словом. Если в православии все вероучение зиждется на голосе священного предания, на так называемой соборности церкви, и без которого даже сам собор не может истинным, если он отступит от этого всецерковного сознания, то в римо-католицизме все сводится к авторитету одного лица. Мы стоим фактически, христианство поставлено этим догматом на краю катастрофы. Понимаете? Один человек, он же не Бог. И сколько вы ни называете его наместником Христа, непогрешимым, безошибочным и так далее, это же не поможет. Сколько ни подписываете сей лев, а не собака, там-то все-таки собака, а не лев. Вы видите, какое принципиальное отличие православия от римо-католицизма в этом отношении. Если мы теперь коснемся протестантизма, ситуация не менее драматическая, прямо в первом случае. Протестантизм с самого начала поставил все вопросы христианской веры и жизни, все вопросы, касающиеся понимания откровения, Священного Писания, поставил на почву субъективизма, полного субъективизма. Соля скриптура, только Писание, является критерием в понимании всех христианских истин. Вы подумайте, ведь на первый взгляд, да чего же это великолепно? Оставим все так называемые предания, мало ли кто что скажет, мало ли что наговорит. Сами святые отцы противоречили часто друг другу и спорили друг с другом. Только Писание. Вот чистый источник. Не правда ли? Это же изумительно. Как часто действительно такие простые, на первый взгляд, вещи являются страшной ловушкой для человека.
Ну а если возникает вопрос в понимании Писания, что же здесь будет критерием? Ведь почему существует сейчас множество конфессий? Только по одной причине. Каждая из конфессий тем и отличается от другой, и от православия в том числе. Только одним, именно своим пониманием Писания, своим толкованием тех самых значительных мест Писания, которые отделяют друг от друга. И когда задаешь вопросы, а приходится постоянно их задавать, встречаясь с протестантами, скажите, какой же у вас критерий в понимании Писания? По какому критерию вы можете судить, что ваше понимание, допустим, понимание Лютера, что оно правильное? А понимание Иоанна Златоуста неверное. По какому критерию, скажите? Ответ бывает всегда более чем странный. Настолько странный, что даже становишься в тупик, поскольку разговариваешь не с простыми людьми. Я понимаю, простой, необразованный человек, богословски необразованный, может ответить все, что угодно. Здесь же задаешь вопросы профессорам богословия. По какому критерию можно судить об истинности того или иного понимания Писания? Ответ. Библия сама себя толкует. Батюшки мои, матушки мои. Да если бы она сама себя толковала однозначно, не было бы никаких конфессий, не было бы никаких споров. Даже внутри одной конфессии не было бы споров. Даже внутри православия не было бы дискуссий по многим отдельным, непринципиальным вопросам. Если бы так было, какой же критерий? Нет критерия. Этот предательский лозунг, а лучше сказать постулат, который заложен в основу всего протестантизма, соля скриптура, только Писание, и отвержение вот этого опыта богопознания, хранимого в церкви, именуемого священным преданием, приводит к тому, что протестантизм, начавший в 16 столетии, тут же стал распадаться на различные ветви. Сейчас даже уже трудно и сказать, сколько их. Их очень много. Самых различных. Поэтому, когда задаешь вопрос, сколько же сейчас Библии? Первый ответ – одна, конечно. Одна? Нет, совсем не одна. Что не конфессия, то своя Библия. Один текст. Это да, это верно. Текст один. Понимание ее множество. Оказывается, Библии множество. Ибо вся суть не в букве, а в том смысле, который мы вкладываем в эту букву. Итак, если мы обратимся к вере протестантской, то с чем же она связана? Она, оказывается, стоит на фундаменте, который и песком-то назвать нельзя. Это настолько зыбкий, это буквально болото. Ибо что не человек, то свое понимание. Каждый протестант является своего рода папой римским, ибо каждый изрекает ту истину, которая представляется ему истиной. В результате сейчас мы пришли к прямо-таки трагической ситуации. Мы как зрители, прям, да. Я говорю о протестантах в данном случае, что происходит с протестантизмом, я хочу сказать. Там полностью утеряно само понятие истины как таковой. Полностью утеряно. Вы слышите? Я не преувеличиваю нисколько. Я вам говорю из личного опыта общения с ними. Вы верите, что Христос Бог? Пожалуйста. А я не верю, что Он Бог, Он только человек. Во Франции, например, 84% христиан, из них половина не верит в Христа как Бога. Правда, интересно же? Треть из них не верит в Евхаристию. Почему? Так извините, каждый волен верить так, как он хочет. Каждый понимает Писание так, как он хочет. Нет базы, нет основы. В
чем преимущество, если хотите, выражаясь человеческим языком, православного понимания, православного подхода к вере? Мы еще, насколько можем, стремимся какую веру исповедовать? Согласимся, допустим, что Писание апостольское, Евангелие можно понимать по-разному. Где наилучшее понимание Писания апостольских? Кто лучше всего мог их понять? Ну, наверное, непосредственно их ученики. Наверное, давайте посмотрим, что они пишут. Сохранились. Оказывается, очень много сохранилось. Это так называемые Писания мужей апостольских. Их много сохранилось. Вот, оказывается, где мы можем найти. Как же понимать, что здесь пишут апостолы? Может быть, чуть-чуть хуже, но почти, наверное, на том же уровне ученики этих учеников. Вы понимаете, какую линию я выстраиваю? Вот она традиция, вот оно священное предание, зафиксированное причем не в каких-то устных и потому всегда часто погрешительных при передаче словах. Нет, зафиксированных конкретно вот в книгах, которые мы сейчас можем открыть. Можем прочитать, можем познакомиться. Вот это традиция, традиции передавания, да, даже с чисто формальной стороны, уже показывает всю ее, скажу так, выгодность. Если мы же коснемся другого вопроса, другой стороны, ведь мы же говорим все-таки о религии, а не о философии. Мы же говорим не о передаче, мы говорим не об истории просто, и о передаче тех или иных фактов исторического значения. Повторяю, мы говорим о религии, то есть о богопознании, об общении с Богом. Здесь православие настаивает на очень серьезном, я бы сказал, серьезнейшем положении, утверждая, что в понимании христианских истин, в их исповедании, в их утверждении, в первую очередь, имеет значение голос тех, кого Церковь, начиная с самого древнего времени и по сей день, на основании скрупулезного подхода, кстати, не так, как позднее, как сейчас пытаются это сделать, скрупулезного подхода, да, кто был святым, увидел, что это святой человек, что это не просто человек искренний, благочестивый, нет, он был свят. Вот святыми в данном случае разумелись люди, которые достигали действительного, реального богообщения, и которые уже очень часто говорили не просто свои предположения, а говорили то, что было проверено в молитвенном опыте общения с Богом. Пересечение вот этих линий многих отцов, вот этот консенсус патрум, вот это согласие отцов являлось всегда для православия самым большим авторитетом в утверждении истин своей веры. Вот на чем зиждется. Не на авторитете одного лица, нет, не на мнениях отдельных профессоров богословия, нет, совсем нет. А, во-первых, на единстве, идущем исторически от учеников апостолов и дальше. Во-вторых, на пересечении опыта многих в понимании этих конкретных истин. Вот на чем зиждется вера православная. Не на папе. И не на этом демократическом, знаете ли, обсуждении проблем веры. Когда на Ламбетской конференции всех епископов англиканской церкви, подают запрос к архиепископу Кантерберийскому, как председательствующему. Вы посмотрите, что пишет Робертсон в своей книге «Быть честным с Богом». Он отрицает не только божество Христа, он отрицает бытие Бога. Ответ председательствующего. Но, извините, господа, епископы, но он же человек, и он же имеет право на свободу личных убеждений. Ответ, так он же епископ. Не беспокойтесь, как епископ он принял все нужные клятвы, он сделал. А это его личное, богословское, Бога нет, мнение. Изумительно. Все, дальше уже, что называется, некуда. Если, оказывается, богословским мнением является отрицание Бога, куда же дальше идти? Это на такой почве может строиться вера,
Это то, что касается веры православной. Видите, я ни одного догмата не называю. Правда, я никого мучить догматами не буду. Хотя это было бы очень интересно. В семинаре, в академии мы читаем там курсы, говорим об отдельных истинах. Это, конечно, интересно, но это очень-очень долго. Соборы, на которых, собрания, на которых решались очень важные вопросы. Вопросы эти решались не просто так, решили и подумали. Да, как бы нам определить, как соединены во Христе божественная и человеческая природа? Нет, нет. Никогда соборы не созывались ради спекулятивных интересов. Собор — это не научная конференция. Совсем нет. Если соборы и созывались, то всегда по одной причине. Возникали вдруг учения, идеи, которые прямо противоречили изначальному учению церкви. Они вызывали нестроение в церкви. Начинались бунты, что называется, религиозные. Тогда-то соборы и созывались. И на них представители всех церквей, епископы, духовенство, миряне выявляли ту веру, которая изначально была в церкви. Решение по этим вопросам, заключение, лучше сказать, носили название оросов. Это греческое слово, оросов. Что такое оросы? Если исходить из греческого слова «ори», то это означает пределы, границы. Пределы границы чего? Как? Пределы чего? Мне кажется, лучше всего это можно представить следующим образом. Знаете, бывает иногда, бывали, по крайней мере, золотые лихорадки. Туда очень многие люди направлялись, и авантюристы, и серьезные, может быть, люди, всякие. Но всегда они знали пределы, в которых они могут найти золото. Ведь они бежали в определенное место, а не куда-нибудь. Здесь они могут найти. В этих пределах. Мне кажется, вот этот образ, он очень хорошо может показать, что значит догматы. Догматы. Оросы, вот эти определения об истинах веры. Позднее они стали называться догматами. Позднее. Что они есть? Они есть не что иное, как границы. Откровения людям. Границы, в которых эти границы. Они могут, люди, найти понимание, познание той истины, о которой говорит этот догмат. Я что хочу сказать? Очень важную вещь. Все те догматы, которые мы исповедуем, то есть которые написаны в книжках, которые мы можем прочитать в наших догматических курсах, не подумайте, что они есть адекватное отображение самой первой реальности духовного мира. Нет, нет, нет. Это совсем не адекватное изображение, описание, определение. Нет. Это есть не что иное, как пределы, в которых находится эта истина. Это, если хотите, векторы, указывающие, в каком направлении человек может найти истину. Именно в этом, а не в том. И не в этом, и не в каком другом. Именно только на этом направлении. А как же можно найти? Каким же образом, если это неадекватное изображение или отображение истины? Как же? Вот здесь, оказывается, мы сталкиваемся с очень интересной вещью. Изначально христианство утверждало. Православие изначально это утверждает. И сейчас то же самое. Никакой новости я не скажу. Утверждается не больше и не меньше, как следующее. Я лучше скажу, лучше вам процитирую. Исаак Сирин, например, пишет, что истина, познается по силе жития, по силе жизни. То что там Исаак Сирин? Посмотрите, что Евангелие говорит, во-первых. Ну, надо же действительно начинать сначала. Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят. Бога. То есть вот эту первую реальность, первый источник, саму истину как таковую. Иоанн Лесвичек, например, говорит так. Совершенство чистоты есть начало богословия. Эти мысли всюду рассыпаны. Вы видите, как они все исходят из одной и той же идеи. Все. В этом отношении нет никаких исключений. Но посмотрите, познание догматов, оказывается, обусловлено не интеллектуальным напряжением, не философской подготовленностью, даже не природным талантом и мудростью, с которой рождается человек, а обусловлено совершенно другим фактором. Фактор, на который не обращается, кстати, никакого внимания ни в науке, ни в философии, ни в искусстве, ни в каких угодно областях культуры. Только еще бедное православие кричит: «Блаженны чистые сердцем!» Что за странный гносеологический подход? Невиданный буквально и неслыханный. Русские славянофилы хотели даже построить и наметили образцы уникальнейшей, я бы сказал, системы философии, уникальнейшей в мире. На этой почве они прекрасно показали, впрочем, критику разума дали не только они. Это у них уже до них критики было достаточно. Хватит одного Канта, чтобы показать, что такое разум и его возможность в его критике чистого разума. Не говорю уж о других. Разум как рассудок в постижении истин, выходящих за пределы вот этой непосредственной нашей трех-четырехмерной реальности, рассудок, оказывается, не способен. Он натыкается на предел. Но не могу же я действительно понять мир, представь, если он пятимерный. Ну не могу, потому что почему? А потому что я устроен трехмерно. Мой рассудок такой, ну не могу и все. Мне скажут пятимерный, я скажу, ну хорошо, пятимерный. Но я не знаю, что это такое. Оказывается, совершенно иной путь к постижению духовной реальности. Бог есть Дух. Дух. Это нечто совсем иное по сравнению с теми определениями, которые мы находим в области, будем говорить, рационально-эмпирического познания всех его форм. И постижение духовных реальностей возможны по принципу, который еще знали древние, дохристианские мыслители. Какой этот принцип? Подобное познается подобным. Добился ему в этой святыне. Христа. Другого пути просто нет. Иначе мы ничего не сможем сделать. Познание только открывается на этом пути. Догматы же являются ничем иным, как намеками, как притчами, как некоторым указанием. И действительно, что мы поймем? Кто это объяснит мне? Мне бы очень хотелось найти такого богослова, кто бы мне объяснил разницу между исхождением Святого Духа и рождением Сына, Логоса, от Бога Отца. Что указывается? Указывается на какое-то различие. Оказывается, существует различие по существу, очень серьезное ипостасное различие. Какое, как объяснить? Это выходит за границы наших возможностей. В римо-католицизме и протестантизме ситуация другая. Там проще. Там, в конце концов, римский первосвященник просто может объявить догмат, и все. Объявить интерпретацию этого догмата, и все. Я помню, однажды на одной встрече с католиками вдруг один кардинал вдруг называет, выступает и называет Богоматерь соискупительницей постоянно. Я говорю, а что это значит? Объясните. Откуда это? На каком основании? Он начал извиняться. Да, это у нас, вы знаете, сейчас, да, мы понимаем, что в древности это не было. Да, но должно идти развитие, догматическое развитие. Он же затронул принципиальнейший вопрос. Жертва Христова – это уникальное явление, без которого действительно человечество не могло бы обрести потерянного рая.
Или, оказывается, тут мог быть и соискупительницы. В каком бы лице они ни были. Я уверен, что этот догмат будет в римокатолицизме. Если папа объявит, все будет в порядке. Никаких проблем нет. Там познание идет по другому совсем пути. Совсем другому. Я уж не говорю о протестантизме. Здесь вопрос вообще ясен. Сама соборность, как я сказал, это есть не что иное, как принцип парламентаризма. И больше ничего. В конце концов, если церковное собрание что-то решает, то оно принимается. Именно так. Правда, эти решения не обязательны для всех. Этим они отличаются от парламента. То есть это даже уровень ниже, чем парламентский. Но нет там другого образа познания догмата, кроме интеллектуального напряжения, рассуждений, так называемой экзегезы и больше ничего. В конечном счете большинство голосов очень много значит. А мы прекрасно понимаем, что большинство совсем не означает, по крайней мере, далеко не всегда означает истину. Православие настаивает на необходимости правильного духовного опыта или правильной духовной жизни. Что же это за жизнь? Если более-менее понятно, на чем строится вера, если понятен принцип познания, то чем характеризуется жизнь в православии и чем она отличается от основ этой жизни где-то в каких-то других, по крайней мере, в этих двух основных конфессиях. Знаете, интересный вопрос хотя бы с такой точки зрения. Ведь когда мы говорим о христианской жизни, то здесь можно подразумевать несколько уровней. Но чтобы понять суть ее, нужно всегда исходить из цели. Только цель может дает возможность правильного постижения самих средств, употребляемых для этого. Чем же характеризуется православная жизнь? Вся она исходит из идеи спасения. Этого никто не отрицает. Однако вот тут и начинаются различия. Ведь эти спасения, то значит подразумевается какая-то гибель, какая-то потеря, утрата. И хотя все конфессии понимают однозначно, что это спасение от греха, интерпретация этих вещей совершенно различна во всех этих трех направлениях. Православие обращает внимание на тот важный факт в истории человечества, который сопряжен с родоначальниками человеческого рода. Он заключается в том, что первые люди, обладая полнотой святости, ну, полнотой в смысле были безгрешны, обладая полнотой бытия, в том смысле, что они общались без каких-либо преград с Богом, то есть, будучи чистыми и непорочными, тем не менее, оказались в состоянии падения. То есть, оказалось интересное явление. Их состояние было падательным. Они могли пасть. Отсюда возникает величайшей важности вопрос. Если спасение заключаться будет в том, чтобы вернуться к тому же состоянию, то, извините, не повторится ли опять история, только уже в многократно помноженном виде? Задачу христианской жизни, задачу человеческой жизни – православие видит в том, чтобы приобрести состояние непадательное. Непадательное. И спасение видит именно в приобретении этого состояния.
Сама жертва Христа рассматривается в этом отношении в православии и совсем иначе, нежели там. Вы обратите внимание хотя бы на саму терминологию. Все термины, которые сейчас я назову, употребляются в Священном Писании. Но акценты очень ярко выражены в трех этих исповеданиях. О каких терминах идет речь? Искупление, оправдание, спасение. Католицизм весь в термине искупления. Из многочисленных, это более десятка различных терминов, которые прилагаются к тому, что совершил Иисус Христос, католицизм избрало именно искупление. Искупление, то есть выкуп. Выкуп. Протестантизм избрал другой термин. Оправдание. Православие говорит о спасении. Что подразумевается во всех трех случаях? Сама жертва Христа в католицизме обозначает не что иное, как тот именно выкуп, который дает Христос Богу Отцу за величайшее оскорбление. Здесь нагнетаются необыкновенные силы, эмоции и слова за то оскорбление, которое нанес первый человек Богу в раю, прислушанием его заповеди. Даже не видят, каким делают они Бога. Если Бог величайше оскорблен, если он всю историю, оказывается, содрогался от гнева, до тех пор, пока не насладился крестными страданиями своего сына. Какая-то жуткая концепция. И только увидел своего сына страдающим на кресте, он, наконец, удовлетворенный, прощает вину Адама. Даже не видит этого какого-то кошмара. Искупление, выкуп весь настроен на эту идею. Оправдание. Тут еще проще. Ведь протестантизм явился законно рожденным чадом католицизма. Это законно рожденное чадо. Это плоть от плоти, действительно, кость от костей католицизма. Поэтому протестанты просто развили до конца идею католическую. Если в католицизме снимается вина только за грех Адама, то протестанты очень резонно заметили, почему католическое богословие унижает достоинство жертвы Христовой? Почему только за первый грех Адама? Христос принес удовлетворение за все грехи человеческие. Все. Поэтому отныне каждому верующему грех не вменяется в грех. Ура! Цель достигнута. Изумительно достигнута. Игрою мысли, игрой слов. Наконец-то можем теперь жить так, как хотим. Мы свободны от всяких обязанностей. Потому что верующему не вменяется в грех. Да, мы спасаемся не делами, говорит протестантизм, а верою и только верою. Соля фиде. Только верою. Вот основной принцип протестантизма, на котором он стоит. Вы понимаете, какие следствия из этого проистекают? Я совсем не хочу сказать, что, значит, протестанты все теперь разбойники, воры или мошенники. Ничего подобного. Это люди так, по нравственности ничуть не хуже нас. По нравственному строению. Ничуть не хуже нас. Может, почаще лучше даже. Особенно немцы взять, такой порядочный народ. Да, в основном. Замечу одно. Нравственность и духовность — это совсем разные вещи. В католицизме, где все поставлено на весы выкупа, была создана уже давно, и она существует поныне, эта система торга. Простите,
Я прошу прощения, если кто придерживается католицизма. Но в данном случае я не в оскорбительном смысле говорю. Но ситуация именно такова. Сама система исповеди, сама система понимания грехов, сама система отпущения грехов, чем она связана? С точным выяснением того, что сделал человек во всех, насколько возможно, подробностях и определением меры удовлетворения правосудию Божию. В древности, то есть не так далекие времена, зачем древности, все это было расписано по полочкам. Поэтому задача духовника была очень непростой. Надо иметь огромнейшую память, по крайней мере, хорошо разбираться в этих толстых книгах, чтобы в конце концов дать точную меру человеку, чтобы он мог удовлетворить за эти грехи божественное правосудие. В противном случае ему придется страдать в чистилище. И вот поэтому идет непрерывный вот этот суд, суд и суд. Сколько? Недаром скептики так и говорят. В католицизме все очень просто. Вы спросите, сколько стоит спасение, вам тут же ответят. Сколько оно стоит. И хотя это звучит саркастически, может, иронически, но никуда от этого не денешься. Ведь не случайно сейчас на Западе появились уже компьютерные духовники. И это нисколько не удивительно. Когда вы в компьютерную сеть закладываете свои грехи, допустим, в интернет, так, и вам компьютерный духовник точно определяет, точно уже определяет, не то что человек, а уже точно, представляете, во сколько превосходит там информация и скорость, точно определяет меру необходимого удовлетворения. Хотя мы все понимаем, что это какая-то уже ирония, но, вы посмотрите, это же естественное, закономерное, логическое следствие, к которому приводит сама эта система подобного рода воззрения на жертву Христа и на то, с чем, как связана эта жертва с конкретной личностью, с конкретным христианином. В протестантизме там исповедь, она вообще уже перестала быть таинством. Там всего два таинства, в лютеранстве два таинства, в других вообще ни одного. Крещение и Евхаристия. Так что там с исповедью вообще дела обстоят гораздо проще. Она просто не нужна. О чем говорит православие? Существо жертвы Христовой состоит совсем не в удовлетворении правосудия Божия. Бог это одно, правосудие это другое. Совсем не в этом внешнем оправдании человека. Меня оправдали, я каким был, таким остался. Вся суть жертвы Христовой заключается в том, что Он в себе самом исцелил вот ту природу человеческую, которую Он взял в воплощении. Исцелил в себе самом. Ведь просто приходится удивляться. Просто масса отцов один за другим пишет: в себе самом, в себе самом, в себе самом. Нет, не видит. Да, в себе самом исцеляет Он эту природу. Он действительно истинно страдал на самом деле. В результате кем он стал? Он стал действительно вторым Адамом. Ибо как от первого Адама рождаются люди и непроизвольно получают всю эту поврежденность, с которой им рождается человек, так, оказывается, появилась возможность рождения от нового Адама, а его так апостол Павел и называет, вторым Адамом Христа, но уже рождение какого? Произвольного, сознательного, то есть осознанного. Когда это происходит? Когда человек действительно увидит, что именно во Христе, в Его Евангелии, он увидит смысл своей жизни и увидит путь достижения этого смысла. Тогда, принимая крещение, он получает в свою душу семечко вот этой новой исцеленной природы. Тогда семечко. Семечко – это совсем не яблоня. Да, из семечка может вырасти яблоня, может принести плоды, и мы можем ее кушать и наслаждаться. Но это еще не яблоня, только семечко.
Семечко это может прорастать и дать плоды, а может лежать и ничего не дать. Как талант, зарытый в землю. И тогда крещенный ничем не отличается от некрещенного. То есть отличается только тем, что он зарывает талант в землю, попирает это сокровище. Только этим. Так вот, православие утверждает, что смысл жертвы Христовой в исцелении человеческой природы. Отсюда и задача человека, каждого христианина, заключается не в получении удовлетворения, не в удовлетворении правосудия Божия, не в получении оправдания от Бога, а в исцелении человеческой души и тела, в исцелении от чего? От страстей, которые мучают человека. Когда это происходит и на каком пути? Что является самым главным по православной жизни? На что направлена вся аскеза, все подвижничество, вся христианская жизнь? Первое и главное. Что нужно, когда человек болен? Первое и главное. Во-первых, увидеть болезнь и определить, что это за болезнь. Пока он не видит болезни и не чувствует себя больным, все, беда продолжается. Болезнь развивается. И если слишком поздно увидеть человека, так и говорят, увы, все уже потеряно. Поэтому задача человеческой жизни, с православной точки зрения, задача человеческой жизни заключается в чем? В том, чтобы увидеть себя и познать себя. Познать себя. Под познанием себя, разумеется, ничто иное, как познание того, что скрыто в нас, вот того дурного, болезненного, греховного. Или то, что иногда называют одним словом – греха. Вот в чем вся суть. Все подвижники, все величайшие подвижники, все, вся суть аскезы, вся сводилась к первой и главнейшей задаче – увидеть себя на самом деле, кто я есть. Ведь настоящий момент – это парадокс, но это факт. Мы ходим в розовых очках. Это факт. Бесспорно. Мы крайне обижаемся, когда нам указывают даже на наши реальные недостатки. Мы оскорбляемся, если нам укажут на них посерьезнее. Мы не видим. Мы видим только кое-что. На самом деле ситуация трагическая. Мы хороши до тех пор, пока нас никто не трогает. Стоит нас тронуть, все, мы видим, что в нас. Вот бы надо благодарить людей. Я и не знал, что у меня здесь... в печенке или в селезенке уже болезнь. Меня ткнули, и я узнал. Да спасибо тебе большое, что наконец-то обнаружил мою болезнь. А мы что вместо этого? Ах ты такой сякой, у тебя у самого селезенка. Точно наоборот делаю. Вы подумайте. Вся христианская аскеза, все заключается, это первое и главное, вся она заключается вот нахождение, увидение себя на самом деле, какой я есть. Вот эта задача. Каким образом она достигается? Как разрешается этой величайшей важности задача? Процитирую вам изумительные слова одного из святых, великих святых православной церкви, Симеона Нового Богослова. Он дает рецепт, дает возможность. Указывает путь, на котором возможно это. Цитирую его. Он говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых научает, нет, я сразу перейду на русский язык, открывает человеку его немощи, его страсти. Открывает человеку его страсти, тщательное исполнение заповеди. Я попробую прокомментировать. Кто-нибудь, ну я думаю, кто-нибудь может это делал, но мне кажется, это очень редко кто делает. Очень редко. В 20 веке, наверное, уже исключений мало. Кто-нибудь хотя бы попытался, дал себе слово, что вот завтра вот как я проснусь, так до самого вечера я постараюсь жить, буду жить так, как говорит Евангелие. Так и только так.
То есть я никого не буду осуждать, я ни с кем не буду болтать, я никому не буду завидовать, я не буду желать того-то, сего-то, и третьего, и десятого, я не объемся, когда стану за стол, сяду за стол, и так далее. То есть я постараюсь хотя бы один день провести. Ну, для православного человека, правда, что это стоит? Кому в голову это придет, что православный человек вдруг вздумал целый день провести по православному? Да это же немыслимое дело, мне кажется. По крайней мере, это было бы очень интересно просто. Я бы прям хотел бы, не знаю, поцеловал бы туфлю у того православного, кто хотя бы один раз в день это сделал. Провести один день по Евангелию. Я вам скажу, если бы человек хотя бы один день, я думаю, даже меньше, часочек, другой, попытался это сделать, сразу бы он увидел в себе нечто такое, о чем даже никогда и не подразумевал. Я такой прекрасный человек, оказывается, на самом деле, как параличный, как бессильный, как ничего не могущий, только сказал, не буду осуждать, тут же осудил. Тут же. Только сказал о воздержании, тут же объелся. Тут же не завидуют, не завидуют, а мне сказали, наградили того-то, я с ума сошел, позеленел. И так далее. То есть, действительно, указан замечательнейший рецепт. Великолепнейшее дается средство, просто ключ. Ты, человек, хочешь узнать себя на самом деле, кто ты есть? Или лучше в розовых очках ходить? На самом деле хочешь? Один день. Ну, проведи себе. Один день. Что стоит? Попробуй, и тогда увидишь. Это изумительный, я вам скажу, рецепт. Эту фразу просто нужно было бы, я не знаю, всюду, ее на граните выбить, да, золотом, тиснением. Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его, он говорит, немощи. Он мягко выражается, как немощи. Мы бы, конечно, сказали покруче бы. Но он же святой. Немощи, говорит. Вот, оказывается, на что обращает внимание православие в духовной жизни. В той жизни, которая может привести человека к богопознанию. Вот на этом-то пути, на этом пути, он, видите, он очень прост. Формально он очень прост. Реально, несколько действительно посложнее, как мы представляем себе. На этом пути человек приобретает то душевное состояние, которое является состоянием трезвым, здравым, я бы сказал. В христианстве оно именуется другим словом, которое для мирских людей часто является шокирующим. Оно называется смирением. Смирением называется это состояние. Когда увидишь, что на каждом шагу спотыкаешься и падаешь в грязную лужу, то трудно нос задрать кверху. Когда увидишь себя таковым, то из этого проистекают вещи не менее серьезные и в отношении нашем к другим людям. Я не могу осуждать слепого, будучи сам слеп, хромого, будучи сам хромым. Не могу. Я только сытый голодному не товарищ. А голодный – сочувствую голодному. Я совершенно другим отношением буду, совершенно иным взглядом буду смотреть на всех других людей. Какое там осуждение? Мне стыдно будет осуждать. Как я могу осудить, когда я сам такой? Из этого состояния смирения рождается что? Нормальные, здоровые чувства по отношению ко всем другим людям. То есть оно является тем началом, из которого рождается величайшее свойство, качество души человеческой, которое дает радость и самому человеку, и всем его окружающим, начинает как из семечка рождаться то, что именуется словом «любовь». Любовь – это не взрыв эмоций, это не романтика.
Любовь – это трезвое, здоровое отношение, великодушие, сочувствие, внимание, помощь. Кому? Такому же больному, как и я. Только у меня болит нога, у него болит рука. У кого что? У одного печенка, у другого селезенка. Вот на каком пути возможно познание себя и познание соответствующего отношения к другим людям. Что раскрывается на этом пути? Если человек следует именно началам христианской жизни, то наряду с видением вот этого греха своего, человек начинает и видеть ту реальную, не мечтательную, не фантазерскую, а реальную помощь Божию мне, когда я искренне обращаюсь к Нему. Я вижу, как Бог может исцелять мои недуги, как может помогать мне. Здесь-то постепенно, как пишут святые отцы, у человека рождается вот этот мир Божий, который утешает его, является благом для человека, таким благом, при котором он уже здесь, даже при самых серьезных лишениях, оказывается, не страдает, а радуется. Вот на этом пути происходит очищение человека от страстей, от грехов. Вот мы сейчас говорили, что как трудно провести хотя бы один день. Оказывается, человек, который действительно смиряется, действительно смотрит на себя, как он есть, действительно обращается к Богу, Бог реально помогает человеку. В меру его смирения происходит очищение человека от страстей. Преподобный Исаак Сирин прямо пишет: «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все добродетели». Впечатление такое, что Исаак Сирин жил уже во втором тысячелетии, когда возник католицизм, потому что эта его фраза прямо направлена против чего? Против идеи так называемых заслуг, которые коренятся в римо-католицизме. Вы знаете, какая там убийственная вещь, жуткая вещь, сводящая людей с ума буквально, что все мои подвиги, все мои добродетели – это есть не что иное, как мои заслуги. А мы же прекрасно понимаем, Господи, только начни нас хвалить, только увидь я в себе заслуги, что с моим носом происходит. Эта идея заслуг является буквально стержневой во всей аскезе римо-католицизма и приводит к таким аномалиям, о которых просто даже говорить трудно, неприятно даже говорить. Те многие святые, самые выдающиеся из них, которые канонизированы римо-католической церковью, они поражают именно своими аномалиями в духовной жизни. Вы, наверное, слышали, сейчас выходит целая серия книг, да, издающихся в Милане на русском языке, то есть для нашего русского читателя, да, в частности, «Портреты святых» Антонио Сикари. Самое, что меня умиляет в этих книгах, что они уже даже не видят, что они пишут. Они не видят, какой абсурд они нам предлагают. Вы только посмотрите, что сообщается о какой-нибудь Катарине Сиенской. Когда эта молодая девушка пишет послание по всем городам, будем говорить, по всем великим людям. И что пишет? «Я хочу», автор с умилением пишет, что у нее эта фраза была настолько частой, что иногда в состоянии экстаза она ее обращала даже к самому Иисусу. «Я хочу». Замечательно. Ее молитвой сообщает он. О, по-моему, я... Сейчас, я его... Да. Вот он пишет. Некоторые говорят, что решительные слова «я хочу» она в состоянии экстаза обращала даже ко Христу. Катарине, это 14 век.
Катарине было около 20 лет. Я вам цитирую. Она чувствовала, что в ее жизни должен произойти решающий перелом, и продолжала истово молиться своему Господу Иисусу, повторяя ту прекрасную, послушайте, нежнейшую формулу, которая стала для нее привычной. «Сочетайся со мной браком в вере». Вы чувствуете, какая основная молитва стала в ней? Вы думаете, это только ее? Она часами ходит по саду, разговаривает с Иисусом. Иисус ей толкует Евангелие, псалтирь, часы. Интересно, что бы подумали вот мы? Молодая девушка ходит по саду и говорит, говорит, говорит. Что бы... Я думаю, что бы мы подумали. Я ни за что не скажу. Ни одному католику. Ни за что не скажу. Однажды Екатерина увидела видение. Ее божественный жених, обнимая, привлекал ее к себе. Но потом взял из ее груди сердце, чтобы дать ей другое сердце, более похожее на его собственное. Я вам просто говорю о ее духовном, так называемом, опыте. Вы посмотрите. Это пишет Антонио Сикари. Это сейчас нам, нам. Я вам говорю, они даже не понимают, что пишут. Уже не понимают этого. Цитирую дальше. Из переписки, я вам процитирую, с папой Григорием XI, которого она убеждала вернуться из Авиньона в Рим. Цитирую. «Говорю вам от имени Христа». Интересно. Она говорит от имени Христа. Это очень интересно. Не правда ли? Я думаю, даже кардинал. Только папа мог говорить от имени Христа. Она не смущается. Что дальше? «Я говорю вам, Отче, в Иисусе Христе». А дальше самое поразительное. «Ответьте на зов Святого Духа, к вам обращенный». Это ее письмо, это зов Святого Духа. Королю Франции она пишет более сильно. «Творите волю Божию и мою». Я понимаю, какое впечатление может это произвести на человека, который не находится в этой атмосфере. Совершенно однозначно. Но вы знаете, что папа Павел VI, предшественник этого, возвел ее в высшее достоинство, которое называется учителем церкви. Итак, женщины, знаете теперь, что, какие встречи предстоят вам с божественным женихом, да, и что он будет делать. Вы думаете, это исключение? Ничего подобного. Это постоянная одна и та же линия. Тереза Авильская в этом отношении, это 16 век, один к одному. Блаженная Анжела до нее, один к одному. Я вам мог привести целые страницы буквально этих цитат, которые свидетельствуют о потрясающем убожестве. Низвели всю религию в роман. Джеймс так, американский психолог, так и говорит, что это же роман. С Богом. Тереза после многочисленных своих явлений Христос говорит Терезе: «С этого дня ты будешь моею супругою. Я отныне не только творец твой, Бог, но и супруг». Тереза, будучи игуменей монастыря, пишет Сикари, любит петь и плясать под звуки бубна и кастаньет. Красота. Вот это игуменья, я понимаю. Не то, что наши какие-то там оденут на себя. И все. Петь и плясать. Вот это. Причем как плясать, вы знаете, там здорово. Там описано как. О мой божественный жених Христос. И носится. Ах, какая красота. Ее папа Павел VI также возвел высшее достоинство учителей церкви. Я думаю, есть разница с православными. Все-таки есть. Цитирую вам слова Терезы. Их стоит запомнить. Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом,
что нельзя этого не услышать, вспоминает Тереза. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания. О протестантских святых я не хочу говорить по очень простой причине. Их нет. В протестантизме нет. Или, если хотите, не нравится, хорошо, там все святые. Это в православии есть святые, есть грешные. В католичестве есть святые, есть грешные. В протестантизме все святы. Как? Конечно, святостью Христовой. Не своей же собственной. Все святы, потому что они крещены. Вот все. В силу этой веры они святы. Правда, если только обратиться к ним с тем критерием, который Христос предлагает в Евангелии, и говорит, что знак верующих в Меня будет следующий, и перечисляет там. Будут изгонять бесов, если что смертные выпьют, не вредит им, возложат руки на больных, исцелят их, будут говорить на иностранных языках и так далее. Это очень замечательные слова. Только если этот критерий приложить, вот как-то тогда со святостью тут не все получится. Но тем не менее, там в протестантизме все решается очень просто. Поскольку требуется только вера, и поскольку эта вера утверждается актом крещения, а каждый крещенный верующий уже не по своим заслугам, видите, какое смирение, не по своим делам, видите, смирение, является свят, святостью Христовой. Стремиться больше не к чему. Потолок. Полное обмерщение. Полное. Можно кончать на таких трагических вещах? Я думаю, довольно. А то я очень долго говорил. Смотрю, уже целых полтора часа, это уже слишком. Я перебрал, чувствую все нормы и удивляюсь только вашему терпению. Так что, ну а если вопрос, то пожалуйста. Бумажки, ну кто-нибудь тогда, я попрошу кого-нибудь тогда посчитать. Вы, да, кто-нибудь? Кто? Да, пожалуйста. Виталий Николаевич, да? Ага, хорошо. Давайте, да. Первый вопрос, Алексей Ильич. Не грешить в этом мире нельзя. Не потому, что многие святые уходили в пустыни. И потому ли многие святые уходили в пустыни, в горы, подальше от людей? Не искали ли они более легкого пути? Да, они искали более легкого пути, совершенно верно. Это верно. Это естественно. Недаром у Игнатия Брянчанина даже есть сравнение, что святые в монастырях, удаленных от мира, это своего рода некие оранжереи, где можно вырастить самые роскошные цветы, но которые легко погибнут, если их вынести из оранжереи на свежий, будем говорить, воздух. Верно, они искали действительно наиболее легкого пути достижения цели. А кто не ищет самого легкого пути в достижении тех целей, которые он себе ставит перед жизнью? Это же естественно, при том условии, что этот путь не противоречит ни совести, ни разуму, ни вредит никому другому. Поэтому да, это верно. Они действительно искали наиболее легкого пути. И они показали, где этот легкий путь. В то время он был, сейчас уже я не знаю, есть ли такой легкий путь. Сейчас же не найдешь такого легкого пути. А все мы ищем этого. Это здраво. Следующий вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, ваше отношение к следующим книгам. Лазарев, «Агностика кармы», Миллер, «Кармическое целительство», Рон Хаббард, «Дианетика», Левитинов, «Исцели себя сам» или «Соль земли». Видите,
в этом отношении я, может быть, человек не совсем удачный для ответа на эти книги. Я вот посмотрел, что происходит с некоторыми животными, которые идут, я даже заметил, а навстречу ветер и пыль. Я смотрю, они начали глазами моргать, закрывать глаза. Я удивился. Вот глупые-то. Ну и глупые. Пыль летит, они глаза закрывают. Мы, люди, устроены совершенно иначе. Как увидел какую-нибудь пакость, быстрее ее прочитать. Что там такое? Уже вижу, чувствую, что пакость. Быстрее надо. Это же мне совсем не нужно. Читаю все равно. Интересно. И закладываю в свое подсознание столько всякой дряни, что мне совсем для жизни не нужно, что совсем не определяет мою жизнь. Литературы бездна. Если бы я жил 1000 жизней, я бы только малую ничтожную часть ее прочитал. С некоторого времени я понял это. До какого-то времени я не понимал, читал очень много. Сейчас я стал более осторожен в выборе литературы. Всего не прочитать. Иногда достаточно одного названия, чтобы увидеть, о чем идет речь. Вот эта перечисленная литература, мне уже достаточно однозначно говорить, что она содержит, и основная ее идея, она понятна. Я когда-то преподавал даже в Академии индийскую философию, когда, знаете, у нас ничего не разрешалось преподавать, только было основное богословие, и не было предмета ни философии, ни русской философии, то я в свой предмет все это втискивал. И русскую философию, и индийскую философию, и греческую философию, европейскую. Ну, понемножку так. Всего понемножку. Так что немножко знакомился с этими проблемами, и с кармическими и прочими. В общем, представление есть. Эти книги я, признаюсь вам, не читал. Потому что мне жалко время. Раз. И засорять душу. Два. Простите. Василий, следующий вопрос. Нужно ли нашим детям скаутское движение? Скауты. Вы знаете, иногда за названием бывают скрыты разные вещи. Все зависит от того, в какой форме будет оно осуществляться. Дети, как никто, особенно остро чувствует, переживает и ищет. Без общения ребенку развиваться почти невозможно. Поэтому прежде чем сказать о том, нужно ли оно или не нужно, это скаутское движение, нужно посмотреть, в какой форме оно у нас осуществляется. Просто надо к этому относиться очень трезво. Потому что есть очень сильные, ну, не то что подозрения, а, наверное, больше, чем подозрения, что уже начиная с детского возраста, там людей выбирают детей соответствующих, для затем соответствующих организаций, самых разных. То есть родители-то думают об общении детей, воспитании, а те, кто организовывает движение, имеют совсем другие цели. И очень часто достигают. И самые одаренные мальчики и девочки, в конце концов, как рыбки, выпрыгивают из рук своих родителей и попадают в другую сторону. Поэтому мне кажется, просто нужно быть очень внимательным к этим вещам. Очень внимательным. И надо посмотреть, что это есть. Что там происходит. Нельзя слепо и безоглядно отдавать своих детей даже и в это движение, как и в другие. Следующий вопрос, Алексей Ильич. Объясните, пожалуйста, искушение – грех. Однако создать рай Господь создал там, создав рай, Господь создал там древо познания и запретил людям кушать ее плоды. Искушение? Во-первых, искушение вовсе не грех. Грехом является, может быть, для того, кто искушает, когда сознательно, с целью вовлечь человека в грех. Если с целью вовлечь человека в грех. Само же по себе искушение никогда не являлось, никто никогда не называл грехом. Напротив даже, сказано так, что искушение является одним из средств, встречающееся искушение, является одним из средств
воспитание человека. Ибо как можно воспитать человека, образовать человека, как можно сделать сильным человека, если он не будет встречаться с тем, что ему нужно преодолевать? Не искушен, не искусен. Возможность роста человека, его укрепление в истине, в правде, в добре, в великодушии, в чем хотите, в любых ценностях, возможно, только на пути искушения. Правда же? Что это за храбрый человек, такой храбрец, который в мыслях и на словах может совершить какие угодно подвиги, а при первом же случае бежит без оглядки? Недаром существует армейская служба. Почему? Чтобы уже здесь подготовить человека к тем вещам, я говорю, по идее, с которыми он может встретиться потом. Поэтому повторяю еще раз, искушение само по себе не грех, и оно необходимо. Я полагаю так, что и в отношении того древа познания добра и зла, о котором спрашивают, имела место та же самая мысль. Человек не мог бы духовно развиваться, если бы не было ему возможности показать, осуществить свою свободу. Осуществление же свободы возможно только тогда, когда есть выбор. А без этого, без осуществления свободы, человек находился бы, ну, будем говорить, в детском состоянии. То есть это еще не человек в полном смысле слова. Апостол Павел по этому поводу пишет, что человек призван возрастать в меру возраста Христова. По этой причине, мне кажется, становится понятным, да, наличие древа познания добра и зла даже среди рая. Алексей Ильич, правда ли, что Папа Римский отменил учение о Филиопе? Где и когда он сделал такое заявление? Какие последствия оно имеет? Никакой отмены не было Филиопы, а было другое. Папа зачитал символ веры без Филиоквы. Но однажды в Риме, в катакомбах, православные совершали, наша русская делегация совершала литургию. Пел небольшой хор из трех иезуитов и одного профессора Московской духовной академии, который перед вами сидит. Я пел, ладно, думаю, хорошо, сейчас вы дойдете до символа веры. Дошли до символа веры. Они пропели без филиоквы. Кончилась литургия, я говорю, сжечь вас надо. Они говорят, за что? Я говорю, вы символ веры без филиоквы пропели, что? Они же иезуиты ответили, Алексей Ильич, не беспокойтесь, мы произнесли это про себя. Так что никакого официального решения папы пока не было. Так? Я не исключаю, что может, оно может и быть когда-то в будущем. По той простой причине, что этот вопрос, даже эта отмена, не решит ни одной из проблем по существу в отношении между православием и католицизмом. Суть католицизма не в этом, а в терезах, катаринах. Суть в том, что людей с ума сводит. Вот в чем беда, если говорить о духовной жизни. Стремление к гегемонии и господству, что предполагает собою верховенство папы, вот в чем оказывается дело. Филиоквы – это вещь, будем сказать, настолько высокая и метафизическая, что здесь, я думаю, может быть, когда-то это и сделает. Но, по крайней мере, тот факт, что он прочитал символ веры без филиоквы, ни о чем не говорит. Совсем. Это слишком ничтожный факт. Следующий вопрос. Алексей Ильич, у апостола Павла есть такие слова. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Почему недостаточно одного благочестия? Почему необходимо еще быть довольным? Все зависит от понимания благочестия. Вы знаете, иногда с благочестивым человеком лучше вы и рядом не становитесь. Да, его вам покажет такое, что не обрадуетесь. Все зависит от понимания благочестия. Это наша беда часто в храмах.
что именно благочестивые часто изгоняют людей из храма. Пришла молодая особа, накрашена, ах ты такая сякая. Пришел молодой человек, он не знает, как держаться, руки за спину, бах по рукам, ах ты такой сякой. Так что благочестие что значит? Это соблюдение определенных еще форм внешней церковной жизни, ну и отчасти, конечно, и внутренних. Но само-то благочестие, да, само по себе еще, оно недостаточно без свидетельствования самого настроения человека. Довольство это что означает в данном случае? Оно означает полную надежду человека на волю Божию. Вот тут уже вера. Эта вера означает не что иное, как весьма серьезные вещи. Чем отличается, кстати, православие от всех других религий? Что бы ни с нами ни случилось, что бы ни произошло, радостное или скорбное, христианин знает, это совершается по премудрой и любвеобильной воле Божией. Представьте себе вот две ситуации. Одно дело камеру пыток, где сверлят зуб, и зубной кабинет, где тоже сверлят зуб. Больно в том и в другом случае. Разница? Ой, какая большая. То, что происходит с нами, это есть уже необходимый, уже просто необходимо человеку. Акт для того, чтобы человека еще и еще раз поставить перед лицом самого себя, перед лицом выбора добра и зла. И в чем состоит весь промысл Божий? В том, чтобы человека поставить перед лицом истины, правды, поставить ее перед лицом избрания. Итак, что ты хочешь, человек? Это достигается разными способами, так же, как и в случаях заболевания человека. Простые болезни лечимы простыми средствами. Иногда приходится делать операцию на сердце. Говорят, человек уже погибает. Последняя возможность. Сделать операцию на сердце. Мы не знаем, будет он жив или нет, но другого выхода нет. Так и во всей нашей жизни. Да, у нас бывают всякие скорби и страдания, но нужно для христианина всегда помнить, все это есть не акт мести Божией, не акт злобы каких-то людей, а это есть акт промысла Божия, любвеобильного и премудрого, который посылает нам все эти обстоятельства в силу того, что уже нет никаких других, более легких способов, наконец, нас поставить перед реальностью выбора. Ибо человек спасается в конечном счете чем? Выбором. К чему ты, человек, стремишься? К добру или злу? Господь Иисус Христос произнес замечательные слова. Всякий грех и хула, даже хула на Сына Человеческого, простятся человеку. Хула на Духа Святого не простится человеку. Ни в этой жизни, ни в будущей. Что это такое за хула на Духа Святого? Речь идет о самых простых вещах. У каждого человека в любой момент его жизни всегда, всегда есть понимание того, что есть правда, а что есть ложь. Что есть истина, а что есть заблуждение. И вот когда человек сознательно идет против истины, сознательно попирает правду, вот это есть хула на Духа Святого. Потому что он знает, что такое истина, и попирает ее. Вот беда, когда начинается с человеком. К этому приводит его что? Страсти, естественно. Если он не борется с ними, то в конце концов он становится рабом страстей. И тогда уже да. Прямую истину он назовет ложью. Тогда беда. То есть потворство страстям может привести человека к хуле на Духа Святого. Но пока он этого не делает, то есть пока он борется с этим, у него еще сохраняется надежда на спасение. Понимаете, это очень важно. Так вот и промысл Божий ставит постоянно человека перед лицом выбора добра и зла. Чтобы человек еще раз показал. Итак, он падает. Совершает преступление, внешние преступления, которые всем очевидны, или внутренние преступления, которых никто не видит, кроме меня и Бога. И Бог ставит человека в такие обстоятельства, в которых он еще и еще раз должен показать, что он хочет, к чему стремится,
как существо духовное. Вот что такое промысл Божий. Вот почему посылаются нам скорби, а не по причине мести и не по причине злобы людей. Нужно запомнить, что все творящие нам зло, это есть не что иное, как слепые орудия в руках любвеобильного и премудрого промысла Божия. Вот о чем говорит вера православная. Правда, как мы иначе будем относиться к нашим врагам, если примем это? Алексей Ильич, когда и где будет ваша очередная лекция? Ну вот, когда она будет? 13 августа, не декабря, насколько я понял. А в Москве будет 13 вот, декабря, оказывается, в Зиле. Да, в Москве. А в других местах не буду называть, это далеко отсюда, будет далеко. За пределами Московской области. Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, о православном учении о рае и аде, о их строении. Чем отличается это учение от католического взгляда на них? Вы знаете, вот тут немножко вопрос не по адресу. Я бы лучше вас переадресовал к Мильтону «Потерянный и обретенный рай», к Данте, к его «Божественной комедии», а еще лучше всего к Игнатию Лойоле, основателю ордена иезуитов, который мог одним усилием ума сойти в ад, подняться в чистилище, оказаться в раю и пережить все, что там совершается. Я скажу только в связи с этим вопросом, может, следующее, что католичество придумало чистилище, которого не было в христианском, так сказать, откровении, нет никаких ни намеков, ни оснований. Это, кстати, одна из, вот если хотите, выдумок, что ли, богословских выдумок для спасения своего учения об удовлетворении правосудия Божия. Вы знаете, наверное, как оно возникло? Оно вот так... Я скажу два слова уж. Поскольку по католическому учению в исповеди, в таинстве покаяния человек не только получает прощение греха, но должен еще принести удовлетворение за совершенные грехи, то возникает вопрос. Если он покаялся, ему грех прощен, а удовлетворение за это не принес, куда его? В рай нельзя, потому что он не принес удовлетворение. В ад нельзя, потому что он покаялся. Куда? И вот огромные головы докторов богословия придумали спасительную идею. Чистилище. Представляете? Все, проблема была решена. Такая ерунда. Господи, я просто удивляюсь даже. Чего только можно. Ни о какой структуре ада и рая мы говорить ничего не можем. Ясно только одно. Что рай – это пребывание с Богом, который есть благо. Ад – это есть отвержение внутри человека, желание быть с Богом, то есть с истиной, с правдой. Вот том, о чем сейчас мы говорили, хулана Духа Святого. Отвержение Бога, отсюда нарушение этого единства, отсутствие Бога – это может иметь место в душе человека. Это есть ад. А в отношении прочих вещей говорить очень и очень не только трудно, а просто невозможно, поскольку это области, уже выходящие за пределы нашего рационального осмысления. Алексей Ильич, сегодня существует понятие православное кино. Ваше отношение к этому явлению? Возможно ли использовать кинематограф с целью катехизации? Я думаю, что можно использовать, особенно для детей, но и не только для детей. Это можно. Единственное, против чего я восстаю всеми силами своей души, и иногда от меня студентам достается даже, это когда фотографируют богослужение. Я тогда предстаю перед ними, начинаю воздевать руки. Я бы сейчас вам показал, но вот телевизионные это штучки мешают. Вот мешают они мне так. Вот я бы вам сейчас бы показал, как я перед ними предстаю и показываю. Сфотографируйте меня, я молюсь Богу. Вот это я не выношу. Считаю, что это просто это разрушение самого духа, богослужения, молитвы и так далее. Богослужение тогда мы превращаем в какую-то сцену, в театр. Вот этого я не выношу. Нужно сфотографироваться, после службы сфотографируйтесь. Вот, и поэтому, вообще христианские фильмы, конечно, могут быть. И они даже очень полезны для детей. Но только нужно смотреть, что можно фотографировать и надо, а что нельзя. Нельзя Господа Бога, знаете, вертеть с разных сторон и сказать, чтобы он попозировал нам. Это больной для меня вопрос, поэтому, видите, я как говорю даже.
Уважаемый Алексей Ильич, как понять, в последние времена спасемся не постом и молитвой, а скорбями и болезнями? Очень просто понять. Попробуем жить по-евангельски хотя бы один день и увидим, на что мы способны. Точнее, насколько мы не способны. А если мы это увидим, тогда поймем, почему остается только одно. Если не можем активно подвязаться, приходится пассивно терпеть. Без подвига нет добродетели. Чем отличается христианская добродетель от так называемой естественной человеческой добродетели? Чем отличается? Христианской добродетелью называется то, что связано с понуждением себя. Мне не нравится человек, но я вижу, он действительно нуждается, и я ему помогаю. То есть помогаю не потому, что он мне нравится. Совсем не потому, а потому, что он нуждается, и ради Бога это делаю. Я человека терпеть не могу, а я ему должен улыбнуться и сказать что-то приятное. Не ради лицемерия, как делают фарисеи, нет, а ради исполнения заповедей. Ибо мы знаем, что очень часто кто-то первый должен сделать шаг. Христианская добродетель именуется добродетель, связанная с понуждением себя. Естественные добродетели все с этим не связаны, как правило. Они не таковы. Там они делаются по влечению сердца. Да. И большей части приводит поэтому к тщеславию. Христианские добродетели, напротив, смиряют человека. Вот я знаю, что мне нужно моему недругу улыбнуться. Не могу. Вот тут-то я и познаю себя, насколько я сильный, могучий, духовно человек. Насколько человек, это звучит гордо. Алексей Ильич, ребенку 14 лет. Предстоит серьезная операция. В чем промысел Божий для ребенка и для родителей? Спасибо. Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю ни ребенка, ни родителей. Поэтому рассуждения мои могут быть очень таким, носить абстрактный очень характер. Знаю только одно. Знаю, потому что верю, что без промысла Божия таких вещей быть не может. И значит, это в высшей степени полезно и для ребенка, и для родителей. Если мы посмотрим на жизнь человеческую с точки зрения вечности и с понимания того, что мы не знаем, кому когда полезнее всего умереть, тогда мы будем совершенно иначе оценивать и эту болезнь, и все, что происходит вокруг. Когда же мы замкнулись только в кругу этой жизни, то начинаем думать, как бы во что бы то ни стало, как это рано человек умер и так далее. Откуда мы знаем? Он все равно умрет. Почему считаете, что лучше ему позднее умереть? Помните, что было с Рылеевым? Какой был сон, когда страшно болел, смертельно был болен ее сын, будущий декабрист Рылеев. Как она умоляла Бога, во что бы то ни стало, исцелить его. Ей было все показано, вплоть до эшафота и до виселицы. И потом ангел спрашивает, ну как? Хочу, чтобы был жив. Все случилось, как было. Что? Вы теперь подумайте, вот для любой матери, подумайте, лучше было бы, чтобы он умер ребенком, или стоять матери рядом с виселицей? Алексей Ильич, если диалог с католиком бесплоден для православной церкви, зачем он продолжается и сейчас? Зачем вы уговариваете в диспутах и конференциях с ними? Есть ли у вас какие-либо изданные книги или статьи? Если есть, расскажите, где их можно приобрести. В отношении диалога, я думаю, тут не только с католиками, но и с протестантами, поскольку ситуация более-менее однозначная здесь. Я вам скажу так, что этот диалог начался. И он начался не просто русской церкви, а всеми православными церквами. Это уже то, что идет. А вы знаете, когда машина едет, вдруг ее не остановишь. На машинах все, думаю, ездили. Торможение уже идет. Я надеюсь, вы тоже все видите. Вот когда это остановится, я не знаю. Но этот диалог что дает? Дает возможность лучше увидеть друг друга. Я уверен, что я бы так бы не знал, кто такой протестанты и кто такой католики, если бы никогда не участвовал в этих диалогах. И не задавал бы ему так же вопросы, как вот вы мне сейчас задаете. И когда я увидел, чем дышат эти люди, да, как они настроены, то есть увидел. Это очень полезно для людей, но не для всех.
Это полезно для людей, вот, ну, специалистов. Это необходимо, чтобы они потом могли поделиться широким кругом людей. Вот. Сейчас этот диалог, он с католиками такой, знаете, тлеющий диалог. Сколько еще он будет тлеть, не знаю. Вопрос поставлен об этом. Но пока, вы знаете, на архиерейском соборе решили таким образом, что одним нам выходить из экуменического движения, то есть из этих организаций и диалогов, одним негоже. Потому что мы сочли так, что это будет некоторый вызов, что ли, перед всеми другими православными церквами. Поскольку русская церковь – это не какая-нибудь там маленькая церквушка, а это, если хотите, по значимости, это фактически первая или почти первая из церквей. Это не что-нибудь. Вот. И уже существует очень много различных нитей и связей самого разного характера. Поэтому диалог сразу остановиться не может. К чему он приведет? Я думаю, он, наверное, если будет продолжаться в том же плане, то в конечном счете он так и погаснет. В отношении же статей и книг, видите, в свое время я печатался только в журнале Московской Патриархии и в богословских трудах там кое-что. Но теперь, когда я их смотрю, они мне все кажутся очень неудачными, эти все статьи. Вообще я завидую тем, которые, вот некоторые мои коллеги говорят, что через 20 лет читают и говорят, ни одного слова не исправляю. Я, когда начинаю читать, мне даже стыдно за многие вещи. Поэтому, когда мне спрашивают, что почитать, я даже не знаю, что. Потому что отнести, сказать, почитайте вот то, что я тогда печатал, я ни за что не скажу. Просто даже неудобно. Просто неудобно мне. Я бы их переписал бы, по крайней мере, очень многие, я бы переписал бы заново. Но не имею никакой возможности, временной просто, это сделать. Ну вот сейчас вот выйдет, говорит Виталий Николаевич, там это, «Путь разума в поисках истины». Небольшая такая книжечка. Собственно, это, ну, учебник своего рода. Да, вот там кое-что есть. Свято-Даниловом монастыре. Свято-Даниловом монастыре, да.